Здравствуйте, друзья. Ну что, вечер. Темно на улице. А я решила, вот я начистила орехи. У меня орехи, у меня тут. О, орехи почистила, свежие. Этого года. А кофемолки у меня нет. Вот. Я приспособила молоток. Так потихонечку побью, мелко-мелко-мелко, а потом вот еще яблочки у меня тут, и будет у меня такой шикарный, вот уже не полничать буду, а полничать после ужина, я не знаю, как назвать, но все равно это очень вкусно, советую приготовить, очень вкусно. Ну что делать, если нет, надо же как-то мне разбить вот орехи. Не любить. Потихонечку. Вот так вот. Ничего. Выдумали, придумала. И все будет хорошо. Приятного аппетита.